Почему суставы выходят из строя? Появляется артрит или артроз? Давайте разберемся. Меня зовут Ирина, wellness-консультант. Со мной поправляют здоровье и улучшают качество жизни. Боль появляется от того, что нарушается питание сустава через суставную жидкость, которая должна постоянно обновляться. Во время движения хрящ выдавливает синовиальную жидкость вместе со шлаками, продуктами переработки. И в сустав тут же поступает обновленная жидкость. Суставы не имеют прямого кровоснабжения. Их питанием занимается синовиальная жидкость. При нарушении обмена веществ выработка собственной гиалуронки снижается. Это приводит к болезни. Медицина не занимается восстановлением сустава, и вам сразу предложат замену на второй стадии артроза. Хрящевую ткань и жидкость можно восстановить. И если применить хондроитиновый комплекс с гиалуроновой кислотой, представьте себе, что через короткое время гиалуронка уже во всех суставных сумках смазывает сустав и убирает воспаление. На второй месяц организм уже сам начинает выработку собственной синовиальной жидкости для смазки сустава. Пишите на WhatsApp слово «хочу», расскажу о программе для восстановления суставов. Будьте здоровы!